В соответствии с действующим законодательством голосование назначено на воскресенье 13 сентября. Такое решение принято на очередном заседании городской думы. Кроме того, народные избранники внесли изменения и дополнения в устав муниципального образования. Теперь органы местного самоуправления получили полномочия по разработке и утверждению программ комплексного развития транспортной инфраструктуры. Кроме того, к вопросам местного значения отнесены отлов и содержание безнадзорных животных. Обо всем подробнее расскажет Надежда Печоркина. В 59-й раз они собираются, в том числе и для того, чтобы назначить дату выборов следующего думского состава. Постоянная комиссия детально изучила вопрос, исследовала все, что с этим связано в федеральном законодательстве. Назначить выборы депутатов городской думы муниципального образования город Новый Ривой 6-го созыва на 13 сентября 2015 года. По закону выборы назначают на второе воскресенье сентября, в году, когда истекает срок полномочий думы 5-го созыва. Так что это заседание у депутатов почти последнее, но дембельских ноток в настроении народных избранников нет. И вопросы серьезные. В статье устава Нового Уренгоя вносят изменения, в том числе и глобальные. У органов местного самоуправления появляются полномочия по разработке и утверждению программ комплексного развития транспортной инфраструктуры. Вопросами местного значения признаны меры по отлову безнадзорных животных. Меняются и принципы избрания главы муниципального образования. Глава муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального образования избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Глава муниципального образования в данном случае будет возглавлять местную администрацию. По новому порядку конкурс будет проходить в два этапа и завершится избранием главы на заседании городской думы. Эти новшества не вызывают вопросов, не провоцируют дискуссий. Кто за, прошу пустить, кто против, кто воздержался. Решение принято единогласно. Доходная и расходная части бюджета выросли на суммы безвозмездных поступлений. Дополнительные средства пойдут на обустройство нового сквера на Ленинградском проспекте, снос ветхого и аварийного жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов и социальные выплаты. В результате внесенных изменений доходы составят 8 миллиардов 804 миллиона 79 тысяч рублей. Расходы 9 миллиардов 511 миллионов 467 тысяч рублей. Дефицит бюджета составил 707 миллионов 380 8000 рублей. Источниками финансирования дефицита бюджета являются остатки бюджетных средств на начало года и заемные средства кредитных организаций. Завершается заседание, в работе которого впервые участвует новый прокурор города Андрей Шерман. Депутаты уходят на летние каникулы, но до выборов еще встретятся в начале сентября, чтобы решить неотложные бюджетные вопросы. Надежда Печоркина, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».